Астраханцы также отметили самый главный праздник – Воскресение Господне. Отметили широко, с размахом. Тысячи человек встретили этот день в храмах на ночном пасхальном богослужении, а затем приняли участие в общегородском крестном ходе и стали зрителями праздничного концерта у стен Древнего Кремля. Подробности в сюжете наших коллег. В ночном небе плыл над Астраханью колокольный звон. Эта благовесть возвещала о приходе праздника праздников. Ночь без сна, с Великой субботы на воскресенье, на территории Древнего Кремля многолюдно, а беспроглядную тьму озаряли яркие всполохи огоньков. Самый светлый праздник, благодаря которому христианство показывает именно то, что душа все-таки бессмертна. Я чувствую радость, счастье, свет. Вот это вот именно духовную составляющую, такой вот цвет души. Душа, она как бы чувствует такую вот радость, прямо даже мурашки по телу. Ровно в полночь началось торжественное шествие. Участники крестного хода прошли по внутреннему периметру Кремля и, обойдя храм, поднялись в Успенский собор. Самый трогательный момент – пасхальное приветствие. Христос воскрес! Во время пасхального богослужения священнослужители меняли белую одежду на красный, цвет торжества и символ светлого Христова воскресения. В этих облачениях батюшки будут служить все 40 праздничных дней. Через Иерусалим и через Москву доставили. Спасибо, Господи. Благодарю за службу. Христос воскресе. Воистину воскресе. Радостный пасхальный перезвон колоколов встретил благодатный огонь, который символизирует нерукотворный свет Божий, призванный осветить все народы. Его астраханские казаки доставили в Покровский кафедральный собор в специальной капсуле. Это вера, что все будет хорошо. Принесу его домой, освящу квартиру, чтобы никто не болел, чтобы был мир и любовь во всем мире. Иконы, хоругви, праздничные красные облачения и шары. Ежегодный общегородской пасхальный крестный ход стал в Астрахани доброй традицией. Он проводится уже в 12-й раз и собрал более 6 тысяч жителей области. Среди участников шествия – семьи, дети и молодежь. Чувствую, что вот такое единство и радость переполняет все от этого вот шествия, от этого праздника. Ну, я ходил уже крестным ходом, и мне нравится, что песни всякие поют, что Христос воскресит. Радостный настрой и праздник души у всех, кто собрался у стен древнего Астраханского Кремля. Не переставало звучать и любимое пасхальное приветствие. И хотелось, чтобы в каждом сердце эта радость всегда пребывала, чтобы вы могли делиться с ближним своим этой радостью. Христос воскресе! Высоко в лазурное небо поднялся еще один символ светлого Христова воскресения. Две большие яркие буквы в окружении белых шаров. А потом продолжительными аплодисментами зрители встречали тех, кто пришел поприветствовать их на пасхальном концерте.